Шведы даже расширили и углубили русло реки. Расширили и углубили русло реки с тем, чтобы можно было уже больше грузить баржи, чтобы даже тяжело груженные баржи спокойно здесь проходили. Вот если кто был в Вальштейнском саду в Праге, там много что оттуда вывезли, даже вот скульптуры, которые там стоят, Адриана де Бреса, они тоже все оригиналы были вывезены. До сих пор находится в Швеции, в замке Дротингхольм. Вот, хотя вот несколько было попыток вернуть их, но шведы не отдают. Все-таки считается, что тут уж срок давности, 1648 год, уже давно, давным-давно прошел. Вот. Ну и до сих пор, как я уже говорил, Эльба такой является артерией транспортной.